Петрович. Будем знакомы, девочки. Итак, моя презентация сегодня. Что собой представляет наш проект «Интернет-доход»? В чем его суть? Что надо делать? За что платят вообще в Арифлейм деньги? Какие, скажем так, функциональные обязанности тех, кто присоединяется в интернет-проект? Сколько здесь можно заработать, насколько это легально, нелегально, законно, незаконно. Эти вопросы постараюсь сегодня для вас ответить. Может быть, вопросы, сколько возможно заработать, как долго надо работать, или насколько это потребуется времени, будет ли поддержка, как мы работаем. Ну и если у вас еще останутся вопросы, и вы не получите на них ответ, пожалуйста, пишите в чат. В конце презентации я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Итак, мы сегодня будем говорить о возможностях, которые дает компания Арифлейм в частности, и как их можно использовать, работая через интернет. Но прежде чем вот говорить о тех возможностях дохода, которые предлагает нам компания, давайте рассмотрим, в принципе, как можно зарабатывать деньги и откуда приходят к нам деньги, какие источники дохода, в принципе, существуют. Есть такой известный автор, миллионер, который написал очень интересную книгу. У нее есть ряд книг. Одна из них — это «Богатый и бедный папа», это Роберт Киосаки. Может быть, слышали, может быть, читали. И вот в одной из своих книг он пишет о том, что в принципе существуют такие основные четыре источника дохода. И он их разбил на четыре квадрата. Ну, имеется в виду, это легальные, законные источники дохода, потому что, в принципе, можно и веб-стопом заниматься, это тоже источник дохода, или там, как у нас сейчас боремся с коррупцией, да, можно, в принципе, на взятках тоже неплохо жить, как бы, да, но это по-разному заканчивается, да, и вот каким образом можно зарабатывать деньги так, чтобы ночью спать спокойно, быть уверенным в завтрашнем дне и, в общем, чувствовать себя очень хорошо. Так вот, если рассматривать такие официальные легальные источники дохода, один из сегментов – это сектор рабочие. Это работа по найму. Скажем, если рассматривать этот источник дохода, вот этот сектор, то в этом секторе есть. Я пришла из этого сектора, в прошлом я бывшая медсестра, я работала по найму, как, собственно говоря, мои родители, моя сестра была в этом секторе, мой брат по сегодняшний день в этом секторе еще. Что он собой представляет? Ну, это работа по найму, то есть это можно работать либо на государственной работе, либо работать участником. С одной стороны, это удобно, потому что мы приходим на определенные условия. Мы оговариваем, прежде чем прийти на работу, мы оговариваем, какой у нас график работы, или это почасовая оплата, или помесячная, или там через неделю, оговаривается определенный объем работы. То есть определенные инструкции, согласно которых мы работаем, и в конце там недели, месяца нам выплачивают определенную энную сумму денег. Это как бы хорошо, и в этом очень многие видят некую стабильность. Насколько это стабильно? Ну, как правило, любой работодатель, будь то частник или будь то государственная служба, всегда хотят с работающего человека взять по максимуму и заплатить по минимуму. Ну, если это государственная работа, то, ну, как бы это, как правило, либо процент, либо ставка, и хорошо работаешь, плохо ли работаешь, очень хорошо работаешь. Ну, как говорится, выше не прыгнешь, да? Есть один начальник, если он примерно одного возраста, то вряд ли, ну, скажем, место начальника, оно одно, оно не резиновое.
И если смотреть, как сегодня это все происходит, как правило, если хорошее оплачиваемое место, то туда стараются устроить свата, брата, куму, подругу, родственницу, но не всегда это человек, который профессионал, хорошо знает свое дело. К сожалению, это в большинстве случаев так. Но если, конечно, это частник, то там вообще разговоры не стоит о каком-либо карьерном росте, потому что, как правило, это родственники, это родные, занимают хорошие должности. Хорошо это или плохо, как на это посмотреть, да? И, как правило, ну да, это плюс-минус, да? Плюс в чем еще, когда работа, скажем, государственная, да? На что подкупаются многие, это соцпакет. Казалось бы, да, он вроде бы есть, это больничные листы, это отпуск раз в год. Ну вот я, допустим, 18 лет отработала медсестрой, но пойти на больничный я вообще не помню за все время работы, чтобы я ходила на больничный. Хоть-то по уходу как-то менялся, заменялся, но на больничный не отпускали, потому что всегда как-то получалось работать некому и не отпускали особо. Ну, это надо было уже совсем-совсем крайний случай для того, чтобы отпустили на больничный. Отпуск. Я работала в смену, и нам всегда говорили, вы так, каждые 2-3 дня дома отдыхаете, зачем вам летом отпуск? Отпуск я ходила зимой и осенью. Новогодние все праздники, когда все нормальные люди с семьями, я была на дежурстве. Ну, плюс-минус это такое. Конечно, одна из таких, чему все стремятся, да, рабочей работой, зарабатывая стаж. Для чего? Для того, чтобы пойти на пенсию. Вроде бы все к этому стремятся, но не всегда охотно уходят на пенсию. Почему? Потому что, ну, как правило, пенсия – это минимум прожиточный. А, скажем, уже к пенсионному возрасту уже и здоровье, и силы не те. И вы знаете, как живут большинство наших пенсионеров. Вот, казалось бы, вроде бы и хорошо в этом секторе, но не всегда здесь уютно. Потому что, как правило, здесь небольшие доходы, очень небольшие доходы. Особого карьерного роста, скажем, это проблематично. И здесь время – деньги. Пока вы работаете, доход есть. Если по какой-либо причине вы не можете работать, будет вам хозяин, или директор, ваше отсутствие платить вам деньги, если вы не ходите на работу. То есть работаете, получаете, не работаете, к сожалению, дохода нет. А в следующем секторе это сектор малого бизнеса или предпринимательства. Здесь денег немного больше, чем в первом секторе, но опять же таки в этом секторе есть свои плюсы и минусы. Ну, скажем, если из сектора, ну, допустим, хорошая швея, да, она поработала на предприятии, она знает, что она очень хороший специалист, она может заработать больше, и, в принципе, она те же заказы делает дома, но получает намного больше. Да, доход вроде бы больше. Если хороший специалист, допустим, юрист или стоматолог, есть хороший опыт работы, практика, человек открывает свой кабинет и работает на себя. Доход больше. Ну или, скажем, малый бизнес такой, там лоточек или небольшой магазин, где человек непосредственно занят в процессе, таком производственном рабочем процессе, это и есть малый бизнес, это малое предпринимательство. То есть, когда человек работает, у него доход есть, хороший доход, но как только он перестает работать, ему больничный никто не оплачивает, потому что он работает на себя, болеть нельзя. Если он идет в отпуск, едет с семьей отдыхать, дохода соответственно, тоже нет. Опять же таки, здесь время, деньги. То есть человек обменивает свое личное время на деньги. У меня, допустим, очень много знакомых предпринимателей, которые зарабатывают именно в этом секторе. Я знаю, что они годами работают и не отдыхают.
семьи отдыхают, дети отдыхают, жены отдыхают, бабушки отдыхают с детьми, а именно человек, который вот зарабатывает в этом сегменте, в этом секторе, он не может оставить свою занятость, потому что либо все завалится без него, и ему нельзя без контроля это все оставить, либо непосредственно на этом зарабатывает, соответственно, дохода нет. Вот у меня, допустим, девочка, которая она занимается наращиванием ногтей. Она родила ребенка, но она в декрет не ходила. Да, она вроде бы и дома зарабатывает. Но она понимает, что если она уйдет даже на несколько месяцев, она растеряет своих клиентов. Поэтому сидели с масеньким совсем ребеночком, муж, бабушка. А она не могла вот оставить свою вот эту вот деятельность. Казалось бы, да, доход хороший, но сколько можно в таком темпе проработать, да? Но это как один из вариантов. Есть третий сектор, где тоже можно зарабатывать деньги. Это уже большой бизнес. Вот здесь можно разделить на несколько таких видов бизнеса. Есть обычный линейный бизнес, традиционный бизнес, да? Есть франшиза и есть сетевой бизнес. Сегодня тот бизнес, который предлагает нам компания Reflame, это сетевой бизнес. Об этом мы сегодня я вам немножечко расскажу. Вот именно большой этот сегмент третий большого бизнеса, он дает возможность уже зарабатывать серьезные деньги, потому что здесь уже идет организация непосредственного процесса. Этот процесс, он завязан не на одном человеке. Это, как правило, уже командная работа. То есть бухгалтера, есть специалисты, есть юристы. То есть в этом процессе задействовано много людей. И один, как владелец бизнеса, как организатор, уже получает, скажем, деньги от вложений, от усилий других людей. Но для того, чтобы развить или работать в большом бизнесе, для этого что надо? Для этого надо связи, для этого надо идея, для этого надо очень серьезные деньги. Ну и согласитесь, здесь большие, очень большие вложения и, соответственно, большие риски. Из официальной статистики, из 5 человек, которые вкладывают деньги в большой бизнес, остаются, скажем, на плаву, и бизнес остается, который дает доходы, остается 1 человек. То есть это очень-очень большие риски. Меньшие риски – это когда вкладываются деньги в франшизу. То есть это когда уже дается готовая модель бизнеса, рисков практически никаких, но, как правило, вложения здесь гораздо больше, чем в обычный линейный бизнес. Ну, к примеру, пример франшизы – это если посмотреть сеть супермаркетов, не супермаркетов, а сеть… ресторанов, скажем, быстрого питания, не ресторанов, а как правильно сказать, Макдональдс, да? Где, в какой бы город вы ни зашли, где есть Макдональдс, вы увидите практически одинаковую модель обслуживания. То есть и обслуживание, и организация, и ассортимент, меню практически одинаково идентичны, да? То есть дается готовая модель бизнеса, согласно которой человек повторяет все действия, и он обязательно получает хороший доход, тот результат, на который он рассчитывал. Ну и здесь, конечно, рисков меньше, но вложения надо, опять же таки, очень большие. Сетевой бизнес, тот, который предлагает нам компания Reflame, он где-то схож с франшизой, потому что компания дает уже готовую модель бизнеса. Дается готовая модель, готовый бизнес-план, готовый продукт. Над этим не надо, скажем так, не надо вкладывать свои усилия. Вкладывается только ваше время и ваши усилия вкладываются. Соответственно, здесь нет вложений и рисков. Ну и четвертый сегмент – это сегмент инвестиций. Это когда
вложения уже дают доход. Вкладывать можно ценные бумаги, вкладывать можно, то есть можно вкладывать, опять же таки, деньги в ценные бумаги, в бизнес, недвижимость и уже жить на дивиденды. Но также еще можно инвестировать свои знания. В данном случае такая инвестиция есть компания Reflame. Когда вы вкладываете свои знания, свой опыт и свои усилия в других людей, и вы получаете уже свои дивиденды. Вот когда вы посмотрите на эти два сектора, вы можете уже для себя определить, в каком секторе каждый из вас находится. Ну вот, пожалуйста, напишите в чате, кто из вас сейчас в каком секторе, на ваше усмотрение. В первом это работа по найму, во втором это малый бизнес, специалисты, предприниматели, либо же, возможно, кто-то уже в третьем сегменте и четвертом. Девочки, меня слышно? Пожалуйста, напишите в чате, где вы находитесь сегодня. Да, вот Оля сегодня находится в первом секторе. Хорошо. А Юля, где вы находитесь? Была. Отлично. Хорошо. Оля, а в каком бы секторе вы хотели бы быть? Отлично. В малом бизнесе. А в каком бы секторе хотелось бы быть? Хотелось бы что-то изменить и увеличить свой доход. Да, хочется в третий, это в сектор бизнеса, где уже благодаря усилиям других людей можно отойти от активной деятельности, да, и получать больше процент от усилий других. Да? Отлично. Да, я тоже была в первом, сейчас во втором и движемся в третий сектор. Так вот, на самом деле первый и второй сектор находится 80% работающих людей. 80-90%. И зарабатывают всего лишь 5-10% денег, всех денег, которые можно зарабатывать. И вот в третьем, четвертом секторе находится 5% людей, которые зарабатывают 95% денег всего мира. Ну, это такая модель, которую, ну, как бы нам вкладывали, скажем, с детства, да, такая вот жизнь по шаблону государства, когда там детский сад. Особо денег нет, мы зависим от своих родителей. В школе мы родители не зарабатываем больше, зависим от родителей. Институт, кто-то со стипендией, кто-то на платном обучении, как правило, денег нет. Кто-то подрабатывает, пытается, но денег, как на студенты живут. Да? Дальше мы идем на работу. Я, заботы, кредиты, машины и как-то денег особо, да. И дождались пенсию. Пенсия как-то нас государство оценивает очень хорошо. Вы знаете, как живут наши родители. Вот для того, чтобы выйти из этого круговорота жизни, да, вот с этого зла. Два брата Роберта и Йонаса Бьёвники, спасибо, в 1967 году создали компанию Reflame. Это компания прямых продаж, которая работает по методу прямых продаж и в то же время является сетевой компанией. Если честно, я другой такой компании не знаю, где бы применялся метод прямых продаж и в то же время выплаты шли и в то же время это была сетевая компания. То есть была возможность пользоваться продуктом, и покупать напрямую производителя и при этом еще зарабатывать деньги. Это уникальная такая компания в своем роде, и эту компанию создали два замечательных шведа. Что такое Швеция? Ну, вот немножечко
Это Нобелевская премия. Это классное изобретение, шведская стенка. Это шведский стол возможностей и Oriflame своего рода. Это тоже такой вот стол возможностей, который предлагает нам компания, где каждый из нас выбирает то, что ему нравится. И, конечно, это бренды, это качество. Многое из них мы знаем, и это качество, бренды, которые говорят о надежности и о высоком качестве. Среди этих брендов, прошу обратить внимание, это наша компания Oriflame. Это уже тоже брендовый продукт, это бренд в странах СНГ, в России, Украине, среди компаний прямых продаж, это выбор номер один. И это очень здорово. Работать с продуктом и предлагать продукт, который уже многие знают, любят, пользуются, очень легко. И, скажем, делать деньги и зарабатывать деньги, это тоже удобно, и это одно из преимуществ. С чего начиналось предложение Oriflame, с чего все начиналось? Конечно, все начиналось с потребления продукта, потому что если продукт потребляем, если продукт пользуется спросом, его покупают, значит, на этом можно зарабатывать деньги. Собирали заказы, приглашали знакомых, пробовали, проводили мастер-классы и проводим сегодня мастер-классы. Это тоже дает свой результат. Анкеты, опросы, промостойки. Все это было, все это есть, но ничего на месте не стоит. Все течет, все меняется. И в нашей работе тоже проходят изменения. Вот видите, как все стремительно меняется за последнее время и меняются методы работы компании Oriflame, которые дают очень хорошие результаты. Это использование интернет, новых технологий, интернет-возможностей. Так как у нас работа информационная и деньги нам платят за то, что мы даем людям информацию, то это очень удобно и хорошо делать, используя интернет. Сегодня в мире сколько же более 20 миллиардов, более 2 миллиардов пользователей в соцсетях, при том, что население более 7 миллиардов населения человек. И это открывает нам новые возможности. Потому что когда мы даем информацию, используя возможности интернет, мы не ограничиваем себя одним городом, районом и не ограничиваем себя кругом своих знакомых. Давайте посмотрим вот на сегодняшний день, какой реалии нашего рынка, да? Какую долю косметического рынка на сегодняшний день занимает компания Oriflame. В России это около 7%. Украина это 8% населения пользуется сегодня продуктами. А это значит, что всего лишь 8 человек из 100, 8 человек покупают наш продукт. Пока. Пока мы еще не всем рассказали и объяснили, да? Что предлагает именно вот наш интернет-проект «Доход с Oriflame». Во-первых, это бизнес под ключ, это как франшиза, это уже готовая модель бизнеса. Не надо думать, какой продукт, где его взять, как его привезти, как его растаможить, как его приобрести, где оплатить. Это уже готовая модель. Работа через интернет – это очень удобно, потому что вы работаете в удобное для вас время. Сколько времени работать, как часто, какое время суток, вы решаете сами. Первое время можно совмещать с основной работой или воспитанием ребенка. Как вам с той деятельностью, которая есть у вас на сегодняшний день? Я в прошлом медсестра и начинала свою работу в Oriflame и при этом оставалась на основной работе. Когда же мой доход превысил уже тот доход, который у меня был ранее, стал вопрос, стоит ли вообще отвлекаться на то, что приносит не очень большой доход и перспектива минимальной пенсии. Возможности интернет дают еще большую возможность, потому что это дает возможность работать дома, и это тоже очень
очень хорошо. Сегодня, используя новые технологии, такова тенденция, что те, кто работает именно через интернет, рост идет намного быстрее. Это очень удобно, потому что можно дистанционно обучаться. Не всегда есть возможность, если, допустим, у вас маленькие дети или работа, то в удобное время вы можете посетить онлайн-обучение. Вы можете посетить вот такие вот вебинары, послушать живую, где вы можете задать напрямую вопросы, либо же посмотреть это все в записи, это тоже очень удобно. Здесь, в интернет-проекте, мы работаем командой, есть специальный обучающий сайт, у вас очень хорошая спонсорская поддержка, где вам объяснят и расскажут, как правильно приглашать, кого приглашать, как правильно строить сеть, для того, чтобы вы получали максимальный доход, максимальные выгоды. Используя интернет, это еще одна выгода, потому что очень удобно покупать продукты Oriflame, так как мы все являемся потребителями продукты Oriflame. Это очень удобно, потому что не выходя из дома, можно зайти в свой собственный магазин, интернет-магазин Oriflame, и купить те продукты, которые обычно мы покупаем для своей семьи, но для этого надо идти куда-то в супермаркет, в астроном, на рынок, или даже встретиться со своей подругой, на это надо потратить время. Ну и еще раз напомню то, что в интернет-проекте вы работаете в команде, и вы всегда можете рассчитывать на поддержку и помощь. То, что не встретишь на обычной работе, я не думаю, что где-то у кого-то есть заинтересованный начальник научить вас так хорошо, чтобы вы заняли его место. Или если вы в малом бизнесе, то коллеги, которые работают в одном и том же направлении, что и вы, поделятся своими секретами и поделятся теми фишками для того, чтобы у вас еще лучше получалось. Потому что в линейном бизнесе, в традиционном бизнесе, в малом бизнесе это конкуренция. Поэтому особо конкурентов никто не обучает. И вот недавно один знакомый молодой человек, когда послушал презентацию возможности Oriflame, говорит, этого не может быть, потому что кто сегодня заинтересован обучать и делиться своим опытом? Да, это есть, но это есть именно вот в нашей компании, компании Oriflame, потому что здесь ваша спонсорская линия. Так построен маркетинг-план, что ваши спонсоры, они материально заинтересованы в том, чтобы вы здесь зарабатывали как можно больше, и чтобы вы здесь осуществляли именно свою мечту, оставались довольны, и вам здесь было хорошо и комфортно. Чем мы можем гордиться именно как компания Oriflame? Компании уже больше 48 лет на рынке. О чем это говорит? К этому, конечно, относятся по-разному. Кто-то говорит, что Oriflame это уже давно старая компания, и здесь, в принципе, как бы поздно приходить. Да? Но на самом деле 48 лет это говорит о том, что компания надежная. Она, можно сказать, пережила не один кризис. Сегодня на Украине очень неспокойная ситуация. И для Oriflame это, скажем, не новая ситуация. Когда, скажем, подобные ситуации была и в Грузии, и в Молдове. И в то время компания оставалась на рынке. Она оставалась на рынке, люди работали, зарабатывали и зарабатывали хорошие деньги. А сегодня компания, несмотря на то, что вот такая вот ситуация, но наше руководство, оно сказало, что пришла компания на Украину навсегда. Вы видите, что у нас сейчас и акции, и поддержка от компании очень-очень-очень классная. Вы, если вы смотрите наши каталоги, то вы видите, что цены, да, они растут, но они удерживаются. И сравнительно так, как поднимаются цены на другие виды товаров, цены остаются очень доступные и очень приемлемые, и это колоссальная поддержка компании, и это благодаря тому, что есть уже опыт работы в подобных условиях. Компания работает в 63 странах, имея свои официальные представительства. Опять же таки, за счет того, что компания такая многонациональная, да,
Это дает возможность именно вот поддерживать те страны, где надо поддержать, как вот в данном случае сейчас такая ситуация на Украине. На сегодняшний день это более 7 тысяч сотрудников. То есть это те люди, которые работают над маркетинг-планом, которые работают над тем, чтобы доставить товар, создать продукт, для того, чтобы он пользовался спросом, для того, чтобы клиенты, потребители Oriflame легко и с удовольствием могли пользоваться данным продуктом. Это более 3 миллионов консультантов во всем мире. Это 1,5 миллиарда евро ежегодного оборота продаж. Это компания миллиардер. Это 1500 наименований единиц в ассортименте. Очень широкий ассортимент, и это тоже очень хорошо, потому что здесь каждый человек может подобрать тот продукт, который ему понравится, который ему подойдет и от которого он получит удовольствие. В Oriflame есть 5 собственных фабрик, которые находятся в Швеции, Польше, Китае, России и Индии. Когда вы на баночке читаете, что крем как произведен в Польше, да, или в России, будьте уверены в том, что это шведское качество, что это шведские гарантии качества, что это продукт с европейской гарантией качества. И это все Oriflame. Покупая напрямую компании, у вас 100% гарантия качества. Вся продукция, она сертифицирована. Она сертифицирована по международным стандартам и стандартам тех стран, где есть официальное представительство компании Oriflame. В Oriflame есть свой исследовательский центр в Дублине. Там, где проходят исследования различных экстрактов растений, как они действуют на нашу кожу. То есть вот такой вот исследовательский глобальный центр. Так недавно компания в Стокгольме открылся тут собственный институт кожи, где тоже идут научные исследования, как определенные экстракты влияют на те или иные участки кожи. И далеко не каждая компания может похвалиться такими вот институтами, которые есть в компании Oriflame. Это говорит о том, что у вас есть возможность пользоваться продуктами высокого европейского качества, где задействованы новейшие технологии. Это, ну скажем, продукты, которыми мы можем гордиться, и как подтверждение этому уже вот на протяжении нескольких лет подряд компания Oriflame каждый раз является победителем международного фестиваля «Выбор года». И это уже с 2010 года ежегодно компания берет вот такие вот премии номер один, выбор номер один. Вот в прошлом году средства по уходу за кожей. Это была серия Optimals. Она у нас обновилась, эта серия. И опять стала победителем вот этого конкурса. Уникальная серия. Об уникальности наших продуктов мы рассказываем на встречах по продуктам. Чем еще мы можем гордиться? Да, тем, что очень широкий ассортимент. И это очень удобно, потому что здесь абсолютно каждый член вашей семьи может приобрести те продукты, которые ему необходимы и ему именно понравится. То есть здесь есть продукция и для дедок, и для мужчин, и для женщин. И аксессуары различные, декоративная косметика, и ароматы, и уход за волосами, и за телом. Мы гордимся нашими линейками, это белая косметика, потому что это уникальное соотношение цена-качество. Такое качество, как в Oriflame, да, можно найти, но это будет гораздо дороже. Потому что Oriflame это производитель, у нас свои запатентованные формулы, которые даже покупают другие известные торговые марки. И это влияет на цену. Вы берете напрямую производителя, застрахованный от подделки на 100%. Да, можно найти похожий продукт, похожий по цене, но он будет значительно уступать в качестве. Поэтому, когда вы делаете выбор продуктов Oriflame, вы всегда делаете выбор качества. Ну и, конечно, гордость и
уникальные продукты у нас есть в категории продуктов Wellness. Это сравнительно новая линейка продуктов, но это продукт, который нужен абсолютно каждому и в каждой семье. Скажите, что может быть более ценное, чем наше здоровье? Ну, это самая большая ценность. Поэтому, когда человек здоров и бодр, тогда хочется и больше, и зарабатывать хочется больше. Так вот, есть у нас продукты, применяя которые вы будете здоровы вы, ваши родные, ваша семья. Тогда уже, конечно, и хочется и зарабатывать, и исполнять свои мечты. Такие продукты есть в Oriflame, одни указываем. В этой категории продуктов есть продукты уникальные, которые купить вы можете только в Oriflame. Пока еще нигде, только в Oriflame. У вас такая есть возможность. Когда работаете вот в нашем интернет-проекте, вы всегда можете рассчитывать на поддержку, на информационную поддержку ваших спонсоров. Спонсоры это, в Oriflame это не те, кто дают деньги, это люди, которые дают вам информацию. Информацию на любые вопросы, которые касаются вопросов Oriflame, дохода или использования продукта. Это обучение новым технологиям. И даже если у вас нет опыта работы в интернет, всему вы здесь можете обучиться, обучиться онлайн. С первого шага вас ведет ваша спонсорская поддержка, ваш спонсор. Это и вебинары, это вебинары по продукции, по бизнесу, это очень удобно и очень легко. В каждом из вас по желанию составляется план, ваш индивидуальный план роста. То есть, когда, какие деньги вы хотите заработать, сколько времени и что для этого надо делать, все это с вами распишет ваш информационный спонсор. Вся работа у нас ведется в режиме онлайн, то есть дистанционно. Это или сопровождение по Skype, или по телефону. А что вы в результате будете получать и какая поддержка непосредственно от компании? Поддержка колоссальная, потому что компания поддерживает нас различными акциями. И вот сейчас у нас буквально недавно стартовала новая акция, которая позволяет нам легко приглашать своих знакомых в компанию Oriflame. Об этом я скажу в конце нашей встречи. Это различные акции, это бонусы, это премии, это все поддержка от компании. Не надо думать, развивая свой бизнес, где и как, все это уже создано. Очень хороший сайт. Сайт, который есть абсолютно у каждого из нас. Это сайт, мы еще его называем индивидуальным нашим интернет-магазином, потому что все мы потребители продукта Oriflame. Это очень удобно зайти на свою страничку под своим персональным номером, под своим паролем, где вы можете посмотреть ассортимент, всю информацию о продукции, о том, что есть на складе. Если вас что-то заинтересовало, вы тут же дома, в удобной для вас обстановке, можете зайти и приобрести. Здесь же на сайте хранится вся информация, которая касается вашего бизнеса. Все люди, которые пригласили, вся сеть, все вы это можете видеть у себя на страничке в разделе отчета. Почему на сегодняшний день выгодно сотрудничать с компанией Oriflame? Ну, во-первых, это простота и доступность регистрации. Вот на сегодняшний день у нас акция, и оформить свою интернет-страничку, начать свой бизнес можно, регистрация у нас бесплатная, не вкладывая абсолютно ни копейки. Это очень здорово. Это международная компания. Это узнаваемость бренда, и при этом это говорит, ну как, с этим продуктом очень легко работать. А что мне нравится в сотрудничестве с компанией Oriflame, то что здесь всегда идут своевременные выплаты, несмотря ни на что. А я уже не один год в компанию, уже как частный предприниматель около 6 лет. За эти 6 лет, согласно плану успеха, на какие выплаты я выхожу, на какой процентный уровень, согласно маркетинг-плана, ни разу не было такого, чтобы меня задержали там на, не знаю, на месяц, на неделю деньги, да? То есть согласно того, если банк не задерживает, то
все выплаты, которые обещает компания Reclaim, они делаются вовремя. Что еще? Очень уже привыкла к этому, то, что у нас 17 выплат в году, 17 зарплат в году. По окончанию каталога у нас идут выплаты по итогам каталога. Кажется, мелочь, но когда-то была в Советском Союзе 13-я зарплата в конце года, да, когда там сэкономленные деньги делились всему трудовому коллективу, да, это было очень приятно. 13-я раз в году. У нас таких 13-х 5. У меня муж пока получит одну зарплату, я иногда получаю 2. Каждые 3 недели. То есть примерно где-то за 3 месяца это 4-5 выплат. Это здорово. Очень удобный сервис. Это сервис мирового уровня в плане доставки продуктов. Где бы вы ни были, в любую точку. Сегодня я смотрю, у нас Украина, а девочки, где бы вы ни находились, куда вы не заказали свой заказ, есть у нас и доставка на дом, и курьерская доставка, и доставка на СПО, вам удобно. Компания у нас Oriflame, это еще и благотворительная, занимается благотворительностью. Что мне нравится, то, что компания с уровня золотого директора обязывает отдыхать за границу как минимум неделю и полностью за счет компании. Да, гордость – это заводы, компания Oriflame, я уже об этом говорила. И все ведется довольно-таки легально, прозрачно. Все отчеты вы можете видеть у себя на страничке. И знаете, вот есть причины, почему мы приходим в Oriflame, и есть причины, почему мы здесь остаемся. И вот одна из причин, почему мой выбор именно бизнес Oriflame и компания Oriflame, это то, что бизнес, который вы здесь создаете, вы можете передавать по наследству. По наследству своим детям, внукам, кому уже вы решаете. Какие же все-таки должностные есть у нас тех, кто создает свой бизнес в Oriflame, работает в интернет-проекте. Для того, чтобы у вас получился и вы вышли на тот результат, который вы ожидаете, который вы хотите, то обязательно работа должна быть системной. То есть это обязательные ежедневные действия. Нет случаев, когда захотелось, когда есть настроение. Это не, скажем, не сложные действия, но ежедневные. Обязательная активность, потому что можно хотеть зарабатывать деньги, можно хотеть каждый день зайти на свою страничку в соцсети, хочется добавить друзей, но просто хотеть. Хотеть недостаточно, для этого еще надо делать. Очень важна пунктуальность. Если вы будете прислушиваться ко всем рекомендациям вашего наставника, вашего спонсора, у вас обязательно здесь все получится. Потому что ваш спонсор – это не просто, человек-теоретик, который где-то слышал и чисто теоретически представляет, что здесь можно получить результат. Это практик, это люди, которые уже имеют результаты, которые уже, у которых есть опыт ведения бизнеса Oriflame, и с удовольствием с вами поделятся, было бы ваше желание и ваши действия. А для того, чтобы получился и был результат в интернет-проекте, конечно, для этого надо доступ в интернет и рабочее место. То есть компьютер или ноутбук, или нетбук. Это должно быть ваше рабочее место, потому что, чтобы ваши домашние не сказали так: мать, подожди, я поиграю в игру или пообщаюсь в контакте со своими подружками, а потом, может быть, и ты поработаешь. Для этого нужно, конечно, еще время. Там минимум 3 часа в день обязательно надо уделять работе в интернет-проекте для того, чтобы вы получили результат. Обязательно нужно обучаться. Для этого необходимо посещать вебинары, планерки и просматривать те рекомендуемые видеоролики, рассылки, записи, которые вам рекомендует ваш наставник. Обязательно от 5 страничек в соцсетях. Что нужно делать? У нас есть обучающий сайт, и у каждого есть доступ к этому обучающему сайту, кто уже зарегистрирован в нашем интернет-проекте и разместил первый заказ.
Обязательно надо держать связь с вашим наставником, желательно ежедневно, особенно в первое время, пока вы четко для себя не увидите ту дорожку, тот путь, по которому надо идти. Ну и, конечно, одно из тех правил, обязанностей, которые необходимы, это быть пользователем продуктом Oriflame. То есть тот магазин, который до этого вы хотели покупали косметику, мы меняем просто на продукты Oriflame. Что нужно делать? Что мы делаем именно вот в данном интернет-проекте? Мы общаемся в социальных сетях, мы общаемся на форумах, ищем кандидатов на досках объявлений. Как это, каждый из нас любит посидеть в социальных сетях, пообщаться со своими знакомыми. Но можно говорить о погоде, о природе, можно просто лайкать картинки, да, а можно использовать вот это время, используя дело, когда мы даем определенную информацию, на этом еще можно зарабатывать деньги. Это именно то, что мы делаем и куда вас приглашаем. Что нужно делать? Мы общаемся в социальных сетях, ищем кандидатов, изучаем их потребности. То есть интересуемся, ищет ли человек на сегодняшний день источник дополнительного дохода или основного дохода. И именно тем людям, которые сегодня ищут возможность улучшить свою жизнь, улучшить свой доход, предлагаем партнерство и таким вот образом зарабатываем. Вот это суть нашего предложения. По большому счету мы строим потребительскую сеть. Мы строим сеть потребителей продукта Oriflame. То есть, если до этого наши знакомые и мы покупали продукты где-то в других местах, в аптеках, в супермаркетах, то сегодня мы предлагаем, лично я являюсь 100% потребителем продукта Oriflame. Я им очень довольна, он мне очень нравится. Моя семья вся пользуется продуктом Oriflame. Ну и, конечно, когда мы ходим в гости, уже все родственники знают, что подарок будет продукция Oriflame. Вы знаете, я в этом году дочке под елочку подарок, у нас были такие хорошие халатики и тапочки барашки. Может, помните в каталоге, может быть, видели, да? Вот. И на Новый год под елочку ей подарила вот этот банный халат и тапочки. И она вот это все открыла, говорит, ну это же надо, первый раз Дед Мороз подарил мне продукт Oriflame. Я говорю, да, привнимательно на бирке. Не отпаем от своих принципов дарить подарки только Oriflame. Это выгодно на самом деле. С одной стороны, да, это классное качество. И нам это выгодно, потому что покупая в Oriflame, я покупаю со скидкой каждый клиент, у которого открыта именно страничка. Мы покупаем со скидками от 18 до 100%. Почему до 100%? Потому что для клиентов есть программа лояльности, где накапливаются баллы. Каждый продукт, который мы покупаем в Oriflame, он стоит в гривнах, денежной единице по той стране, где вы проживаете. И для того, чтобы объединить всех клиентов мира Oriflame, есть еще внутренняя единица, это балл бонуса. То есть, если, скажем, там крем для рук стоит в пределах 17 гривен, это примерно где-то 3-4 балла. И это будет 3-4 балла и у нас, и у России, и в Беларуси, да, и в Европе. Это выгодно, поэтому, когда мы покупаем продукты, там, допустим, тональную основу, крем для рук, шампунь, это стоит примерно 50 гривен, и это баллов 10 капает в копилочку. Эти баллы накапливаются, потом их можете обменивать на продукт. Это программа лояльности, можно посмотреть на сайте. И в этой программе есть очень дорогие классные продукты. Это и туалетные воды, и крема, которые вы можете брать либо за гривну в подарок, либо по очень условной цене за 51 гривен. Взять дорогой крем, который больше 100 гривен стоит, взять больше.
больше, чем за полцены. Это очень выгодно. Каждую неделю это дополнительные скидки, это распродажи. В распродажах скидки бывают до 50%. Я стараюсь те продукты, которые обычно для своей семьи мы пользуемся, я беру не распродажи, это очень здорово. Я уже говорила, что это уникальное соотношение цена-качество, потому что это компания прямых продаж, это компания-производитель, и у вас есть возможность покупать напрямую производителя, не переплачивая посредникам. И это здорово. Так как это компания прямых продаж, компания заинтересована в том, чтобы клиент остался довольный качеством продукта, чтобы клиент был постоянный. Поэтому это, конечно же, еще европейское качество. Это удобно заказывать, потому что через интернет, там, где есть у вас интернет и доступ к интернету, вы можете в любом месте, в удобное для вас время, сделать заказ тот, который вам надо. И это тоже одно из преимуществ. Классная доставка, вы застрахованы от подделки на 100%, и у вас есть 100% гарантия качества. То есть, если вдруг вы сделали заказ, заказали сумку, да, но не рассчитали с размером или рассчитывали на другое качество, да, вы, ну, как бы, в упаковке, не, чтобы упаковка не была, ну, особо целая, скажем, упаковка, да, вы этот продукт с накладной заказа, один продукт вы можете вернуть или обменять. И это тоже одно из преимуществ. Продукция наша сертифицирована, еще раз повторюсь, она не тестируется на животных. Очень большой ассортимент, удобно подбирать, потому что это и онлайн-каталог, вы можете и на сайте в любое время зайти и посмотреть, очень легко подбирать, выбирать, это очень удобно, и прямо на сайте вы можете почитать отзывы пользователей данного продукта и легко делать свой выбор. У нас проходят вебинары по продукции. Вы можете узнать больше о продуктах Oriflame и прямо в чат задать интересующие вас вопросы и здесь на месте получить на них ответы. Ну и, конечно же, работать с европейской компанией – это очень тишно и надежно. Это шведская качма. Суть проекта – это потребление продукции, потому что мы строим потребительские сети, мы пользуемся сами продуктом на выгодных для нас условиях продуктом европейского качества и приглашаем сюда своих знакомых и незнакомых. То есть, поменяв обычный магазин на магазин Oriflame, это первая выгода, потому что мы экономим. И когда мы рекомендуем этот же магазин, рекомендуем клиентов компании, за это компания платит деньги. Приглашаем клиентов, рекомендуем клиентов компании Oriflame, используя онлайн-технологии, то есть через интернет. И вот каждый здесь покупает. Кто-то больше, кто-то меньше. И вот таким вот образом создается товарооборот. И за этот товарооборот компания платит деньги. Какие же деньги выплачивает компания? Ну, вот здесь на слайде вы видите, да, вот посредине вы пригласил хотя бы 5 человек со своего окружения, знакомых, либо незнакомых. Ваши знакомые приглашают уже своих знакомых. Знакомые приглашают знакомых. Каждый покупает для себя, для своей семьи. И таким вот образом растет товарооборот. Он растет, как снежный ком. И чем больше товарооборот, тем больше в конце каталога вам компания возвращает процент. Это от 3 до 22%. Чем больше товарооборот, тем больше процент компания вам возвращает. Сразу вот этот процент вы получаете как объемную скидку. Ну, здесь вот еще об этом я немножечко скажу. Пригласив 5 человек, каждый в среднем делает заказ на 50 баллов. Это в среднем. Кто-то больше, кто-то меньше. Вот. Этот товарооборот суммируется и в конце каталога выплачивается процент. Что такое примерно 50 баллов? Ну вот посмотрите.
Если женщина, то у каждой женщины в косметичке есть тушь, помада, в ванной комнате есть шампунь, кондиционер, есть мыло, дезодорант обязательно, крем для рук, крем для ног, витамины или туалетная водичка. Но это тот минимум, который есть абсолютно в каждой семье. Вот это и есть в среднем 50 баллов. И что приятно, что это те, которые, это не холодильник, который купил и его хватит на 10-20 лет, да, это не стиральная машина, которая служит нам подарок. А тушь это 2-3 месяца и надо покупать новую. Помаду съедаем, мыло смыливается, шампунь тоже заканчивается. Как бы сложно, какая бы сложная обстановка в стране не была, но женщины помадами пользуются, головы моют, и всем хочется, чтобы от всех хорошо пахло, правильно? А вот это тот продукт ежедневного спроса, который мы предлагаем себе, в первую очередь и своим родным на выгодных условиях, по выгодной, приглашаем на потребление других, опять же таки на выгодных условиях. Какая наша цель? Вы смотрели на слайде, да, растет товарооборот, растет процент выплат, и самый высокий процент это 22%. Это 22% это уровень старшего менеджера, директора. Ну скажи, скажем, в нашем интернет-проекте мы не ориентируем человека на уровень директора, потому что уровень директора, вот если вы помните сектор малого бизнеса, то директор это предприниматель, это малый бизнес. Большой бизнес это когда вы можете от активной деятельности и получать деньги, это уровень золотого, старшего золотого, сапфирового, бриллиантового и так далее. Минимум золотого директора. Когда вы обучили как минимум двух человек зарабатывать здесь от 700 долларов, и только тогда вы уже можете рассчитывать на пассивный доход. Потому что, ну, во-первых, это уже больше денег. Уровень директора – это хорошо. Это, конечно, ну, это тоже доходы, скажем, выше среднего, да, но все равно еще надо работать. Золотой директор – это уже в год примерно 30 тысяч долларов. Старший золотой – это 40 тысяч долларов. Сафировый – 55 тысяч долларов. Это уже те деньги, которые, на которые, скажем, можно жить и чувствовать себя, ну, спокойно, да. Что еще приятного с уровня директора? Потому что это уже золотые конференции, которые оплачивает компания. Это конференции за границей. Это премии, это бонусы. Это приглашение на банкет директоров на 2 персоны. И получать признание – это всегда приятно. Какой уровень дохода вы сами выбираете для себя? Если вам интересен уровень директора, пожалуйста. Если вам интересен более высокий уровень дохода, вас никто здесь не ограничит. Вы сами себе выбираете ту планку, тот уровень дохода, который вам интересен. Директорская команда – это в среднем доход от 1000 долларов. Приглашение на банкет директоров, приглашение на двоих. Золотой директор, директор, старший директор, золотой, старший золотой. Это все директорская команда. Но также в Oriflame есть и бриллиантовая команда. Это бриллиантовые, дважды бриллиантовые директора. Это доход в месяц уже более 100, в год более 100 тысяч долларов. Это премии, это банкеты, это золотая конференция и бриллиантовая конференция. То есть это уже все поездки в год. И опять же таки это все за счет компании. Поездка оплачивает компания, исполнительные директоры. И вот уже в исполнительной команде вы можете стать акционером компании. Что такое акционер компании? Это когда вы получаете процент от товарооборота уже не только вашей персональной группы, а от товарооборота компании. Это поездки за границу уже 3 раза в год за счет компании, банкеты директоров.
и президентская команда, это акции компании, это премии, максимальная премия это $1 000 000, это не сказки, это реальность. Российская женщина с России, Тамила Полежаева, она уже получила эту премию, и это факт, и это есть, то есть все, что прописано в плане успеха, все это выписывается и выплачивается компании. Какой уровень дохода, какие премии, это решать уже вам. Но помимо премий, компания еще выплачивает бонусы. Вот бонусы – это уже пассивный доход, это уже сектор инвестиций. Потому что когда вы вложили свои силы и усилия в других людей, обучили их зарабатывать деньги, и ваши люди зарабатывают здесь серьезные деньги, за это вам компания пожизненно платит процент от товарооборота уже их веток. А это директ-бонус 5%, золотой бонус 2%, 0,5%, 0,25%. Бонус небольшой, но если учесть то, что возможно уже вы получаете процент от товарооборота тех людей, с которыми, возможно, вы даже не будете знакомы. А это только за то, что вы обучили людей зарабатывать деньги и обучили их обучать уже других людей. Вот за это компания вам платит, смотрите, 131% годовых. Где какой банк вам будет платить за ваши инвестиции? Где какой банк заплатит вам такие деньги за то, что вы когда-то вложили? Да? И заметьте, вы давайте не деньги. Вы не рискуете прогореть и потерять деньги, да, как вот положить деньги в банк. В нашем городе обанкротился банк, и очень много людей, которые положили деньги, очень много пенсионеров вложили свои небольшие сбережения, жить на дивиденды, да, небольшие получать дивиденды, они их просто потеряли. Так вот, здесь вы вкладываете свой опыт, людей. Это потерять нельзя. Вы ничем не рискуете, но за это компания выплачивает вот такие вот дивиденды. Это очень приятные и хорошие дивиденды. Все свои выплаты вы можете смотреть на вашей страничке, на вашей персональной страничке. Все проценты, которые вы получаете, с 3 до 22% и более, все бонусы, все премии, все вы это будете видеть на своей интернет-страничке. В отделе отчета, в разделе отчета. Бизнес у нас легальный, официальный, и с уровня дохода, который вы уже хотели бы получать на расчетный счет, вы открываете частное предпринимательство, открываете расчетный счет в банке, платите налоги, платите в пенсионный фонд, а работа официальная, легальная, и можете спать спокойно. Вы получаете вот эти выплаты на расчетный счет в банк. Еще раз напомню, 17 выплат в году, каждые 3 недели, бизнес легальный, прозрачный, платите налоги, вот я 2 года назад попала в больницу, у меня была операция, и мне выплатили, мало того, что я месяц, не ходила в офис, ходила на работу, и я еще совмещаю работу и интернет, и офлайн работу. Но тем не менее, от того, что я не работала, клиенты мыться не перестали. От того, что я поправляла свое здоровье, менеджеры работали, клиенты покупали для себя, для своих. И в конце каталога компания, согласно товарооборота, который был, выплатила мне процент, согласно плану успеха. Еще я получила соцвыплаты больничного листа, потому что плачу налоги, все официально, легально. Так что весь тот пакет, который есть у предпринимателей, у вас также есть. И вам решать, за вами решение. Принимайте то решение, которое вы считаете правильным. От нашей, знаете, как говорят, наша жизнь – это сумма принятых нами решений.
Быть просто клиентом, пользоваться, быть потребителем продукта Oriflame – это очень выгодно сегодня. Вы и экономите, и получаете классный, шикарный продукт. Для того, чтобы правильно добрать, правильно применить, у нас проходит встреча, у вас есть опытный спонсор, менеджер, который поможет вам с этим выбором. Либо же ваш выбор – зарабатывать здесь деньги, работать в команде и менять свою жизнь, менять ее к лучшему. И из сектора предпринимательства или из сектора малого бизнеса, из сектора наемного работника перейти в сектор бизнеса и в сектор инвестиций. Вам решать, за вами ваше решение. Если вы решили присоединиться к нашему интернет-проекту, то для этого вам, Дима, поставить... Тот человек, который вас пригласил на эту встречу, оставил вам свой сайт, ссылку на регистрационную форму, где вам необходимо оставить ваше фамилию, имя, отчество, дата рождения, серия, номер паспорта. Это для того, чтобы это действительно есть такой человек. Скажем, не надо ваш идентификационный номер для того, чтобы куда-то где-то использовать нехорошем направлении, да, ваши данные. Для этого надо только серия, номер паспорта, это идентификация личности того, что действительно есть такой человек. Адрес электронной почты для того, чтобы с вами можно было выслать необходимую информацию, с вами держать связь. Адрес проживания, телефон, скайп, для того, чтобы можно было с вами общаться по скайпу, очень удобно подсказать и помочь вам, то, что необходимо будет, да. Кажется, скайп и ссылка на аккаунт в социальных сетях, где вы зарегистрированы. И напомню, что сейчас у нас очень хорошая акция. Она называется «Теплая компания». И у вас есть возможность абсолютно бесплатно открыть интернет-страничку. При условии, если в течение 7 дней вы размещаете заказ минимум на 25 баллов. Но когда вы еще размещаете заказ на 25, минимум на 25 баллов, вам по программе лояльность автоматически добавляется еще 150 баллов. То есть уже в следующем каталоге вы по программе лояльности можете взять себе подарок с ассортимента продукции, который предлагается на 100 баллов. Если же за 21 день с момента открытия вашей интернет-странички вы размещаете заказ суммарно на 75 баллов, вам в следующем каталоге, в ваш заказ, добавится очень классный набор чашек. Это чашки со стекла, донышко такое вот интересное, силиконовое, такое светло-салатовое, симпатичные довольно-таки чашечки, очень хорошего качества. Вот такой наборчик из 4 чашек вы получите в подарок. В следующем каталоге, при условии, если вы делаете заказ суммарный, на 75 баллов, а я напомню, что это будет мартовский каталог, это праздники. Если вы всем своим родным и знакомым в электронном варианте вышлите электронный каталог Oriflame посмотреть, пригласите их на нашу встречу, уход за лицом, спа-уход за лицом в домашних условиях, я вам гарантирую, у вас легко будет 75 баллов. И тогда в следующем уже заказе, в следующем каталоге вам подарок придет вот такой замечательный заварник на объемом 700 миллилитров, очень такой тоже симпатичный и удобный. И это все подарок. Ну и если же в этом каталоге вы опять же таки делаете 75 баллов, а я уже видела 4-й каталог, поверьте, шикарные, классные скидки, много новинок. Ну, честно говоря, 75 баллов мы только для своей семьи, на 200 баллов берем только для своей семьи. Поэтому 75 баллов будет сделать не проблема. И вот те, кто в третий шаг, в третьем каталоге сделает 75 баллов, вы в подарок получите вот такой электрочайник. Это для наших новичков, для тех, кто только присоединяется к компании Oriflame.
Ну и также вы можете поучаствовать в этой акции уже как спонсор. То есть, если вы пригласите как минимум 3 человек в первую линию, и которые получат и чашки, и заварник, и чайник, вы получаете аналогичные подарки. То есть, если 3 человека прошли первый шаг и получили набор чашек, вы тоже получаете набор чашек. Если у вас 3 человека получили заварник, вы также, как и ваши новички, получаете заварник в подарок. Ну и если же ваши новички получили электрочайники, вы как спонсор в подарок получаете вот такой замечательный электрочайник. Я вам желаю успехов, удачи, получать и подарки, и удовольствия от использования продуктов Ariclaim. Ну и, конечно же, побольше удовольствия от тех возможностей дохода, путешествия. И от того, что, используя возможности Ariclaim, вы осуществляете свои мечты, получайте как можно больше удовольствия от жизни, используя возможности Ariclaim. Если, девочки, у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Буду рада.